Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 1410. События дня. Матфея 24:14. И проповедано будет все Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. За 24 октября 2019 года обращение. За помощью читайте. Чтобы дольше можно было просчитать, больше время, ткните курсором и остановится. Вот спрашивает, день прошел. Ну, просчитали тут. В городе. Что можно делать? Ну, тут частный участок. Тут у нас растет калина. И калина я вчера собирал. Стриг ее, а потом лестницу подставил, все-таки сгромоздился и набрали. А вечером в салоне стали эти бутыльки одурывать, чтобы чистая ягода была. Еще не решили, когда что дальше продолжить. Ну, набрал. Сегодня опять надо будет брать. Много времени ушло. И утром я пошел тут. Живем на улице Промышленной. Рядом идет в аэропорт, вот, в речной порт. Железная дорога, заросшая вся. А за ней тут рукав такой.
тупиковый рукав от Аби. Катера заходят. Гляжу, а там работает и землей засыпает. Я подумал, другой берег-то видно, а я не вижу, что воды-то, вода на месте-то. Показалось, что воду все они убрали, перекрыли, выкачали. Теперь площадка им для этого нет. Я так подумал. А потом решил пойти, пошел, нашел, где можно пройти, заканчивается ограда, и там деревья свалены, пилены, и гляжу, работает. Нет, они расширили пирс. Бульдозер работает, колесный, я это все заснял, потом видно будет. И внимательно все посмотрел, ну и вернулся там, ступеней, наверное, сколько-то было. Ну, тут много ступеней было, куда спускаться пришлось. Это тоже отняло время. Вот такой прекрасный был день. Погода еще стоит, да мало того, плюсовая. Плюсовая. Так что вода даже не застывает. И день, что тут больше заказчику вел, беседовал. Еще такого-то не было, как бы. Звонят, звонят ли. Это вот день, один день прошел. Слава Богу за все.